Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит, все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной,